Если... с гениальных решений дизайнеров. Если вы думаете, что у врачей скорой... Есть врачи, скажите, вам были бы удобны такие перчатки при работе с пациентами на скорой, например? Помощи слишком много времени и возможности вести записи во время осмотра пациентов, то вы ошибаетесь. Именно поэтому дизайнеры сделали для них специальные перчатки. Нет, блядь, да, сидят тут 1000 врачей, конечно, пиздоболы. Которых можно записать пульс, давление, температуру и прочие жизненные показатели. Если уж кошке все равно предстоит точить когти, то почему бы не делать это весело? Бля, прикольно, кстати. Хотите свою кошку в настоящего диджея с этой крутой дизайнерской когтеточкой? А еще можно туда ставить реальную пластинку, которая будет... Она когда будет... Какому-то дизайнеру пришло в голову делать уникальные этикетки для вина. Причем разукрашивать их будет ветер при помощи виноградных лоз, к которым привязали кисточки. Ну, кстати говоря, прикольно. Привет, с вами канал Фактория. Нормально, нормально. Казалось бы, но для чего может потребоваться прозрачная сливная труба? Однако ж придумали ее не зря. Так легко можно увидеть, где образуются засоры. Бля, вот бы в туалет такую. Чтоб можно было какаху смотреть, как она ебашит, бля. И быстро их... Блин, кстати говоря, идея года. Смотрите, продаю как бы идею года, можете украсть. Смотрите, 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 короче. Вот, короче, сортир. Вы сидите, смотрите. Вот здесь от сортира такая вот реально такая вереница. Нет, я как-то... Ну вот так пусть будет. Вот так вот такая. И труба, которая уводит в слив. Короче, вся эта труба прозрачная, она подключена к сортиру. Когда вы срете, вы можете посмотреть налево, и пока вы еще досираете, вы видите, как часть ваших какашек, она такая... И уходит. Удалить. В Японии на автозаправках шланги с топливом спускаются сверху, что позволяет избежать вечной путаницы и необходимости парковать автомобиль строго правой или левой стороной к колонке. Ну, кстати говоря, это может быть одновременно удобно или и нет, хотя, наверное... Мало кого обрадует увидеть в собственном бассейне лягушку. Еще меньше приятного ее оттуда вылавливать. Но поверьте, сама лягушка тоже не в восторге, поэтому дизайнерам пришло в голову сделать специальный спасательный мостик для упавших в бассейн лягушек. Но это для богачей, у которых бассейны, которые живут там в домах с бассейном. Непонятно вообще, насколько это на самом деле полезная хуйня. Это ж насколько их замучила эта проблема. Блять, вообще хз. В коридоре японской школы решили не делать крышу. И это не по недосмотру, а специально, чтобы дождевая вода скапливалась в специальном углублении на полу. И дети могли играть в этой луже на переменах. Бегать по ней и биться затылками о жесткий пол и умирать. Курильщики не... Найс, контроль населения. Мусорили, разбрасывая повсюду окурки, возле тротуара установили необычную урну, в которой можно проголосовать, выбросив окурок. Идеальный блокнот. Это, кстати говоря, охуенная идея на самом деле. Это пиздец байтит людей выбрасывать окурки правильно. Это очень классная идея, правда. Это супер манипуляция. Достаточно простая, но она действующая. Это стопудово. Для записи и специально для фанатов Гарри Поттера. Прикольно. Чем больше листочков вы оторвете, тем лучше будет становиться виден замок Хогвартс. Клево, да? Ну просто для пометок. Я бы не удержался и точно оторвал все листочки в первый же день. Совещание. Прикольно. Какая скука. Ну, по крайней мере, именно так думают дизайнеры. Поэтому они создали специальный зал для совещаний, где вместо кресел есть качели. Хуйня. Вот что... Все качаются и бьют стол, а он вот так вот хуярится. Говно полное. Нового можно придумать с прищепкой. Однако же ее сумели усовершенствовать, превратив в удобное крепление для чего угодно. Разглядывать нормально старые руины, это, конечно, очень занятно. Очень интересно, блядь, пиздец. Чат, вам нравится? Ой, да ладно, кого я обманываю? Нет ничего интересного в том, чтобы смотреть говно, на да? непонятные обломки древних строений. А вот чтобы стало интересно, дизайнеры придумали устанавливать специальные стеклянные экраны, посмотрев через которые, вы можете увидеть, как раньше выглядело это здание. А вот это охуенная идея. Бля, вот, блин, такая простая и такая интересная.
Да? Блять, это круто. Сколько вам требуется розеток в комнате для полного счастья? Ну, чтобы хватало зарядить все телефоны, гаджеты, ноутбук. Специально для тех, кому вечно не хватает, придумали специальные модульные розетки. Сколько нужно, столько и соединяй. Выглядит, кстати говоря, тоже удобно, компактно и прикольно. Не знаю, кому в голову пришло делать тетради с шестигранниками вместо привычных клеток, но все, кто изучал органическую химию, благословили тот день, когда они появились в продаже. Тоже охуенно, кстати. Мыть машину – удивительно скучное занятие, даже если делаешь это... Если ты не фанат, конечно же, сериала, ой, фильма «Форсаж», тогда ласкать свою девочку – одно удовольствие. Бывает, возьмешь здоровенную тряпку, блядь, надрочишь свой член, обмотаешь тряпку об этот член, окунешь член с тряпкой в специальный раствор, немного щипет, но так мыть машину гораздо приятнее. На автомойке. Поэтому для детишек там установили специальный бластер, позволяющий стрелять по машине мыльной пеной. Правда, играют почему-то не детишки, а их папы. Вот говорят, тоже что прикольно. Счастливые часов не наблюдают. Ерунда все это. По-настоящему счастливые даже дней недели не наблюдают. Но на случай, если все-таки приспичат узнать, дизайнеры создали для них специальные часы с днями недели. Очень... Блять, кстати говоря, их можно модернизировать, а прикольно, чтобы было лучше видно, и тогда ты будешь видеть, сколько времени и какой день. Это, кстати говоря, может быть реально прикольно. Хотя кто уже пользуется подобным видом часов, когда у всех мобильники и так далее, и компьютеры... Очень удобная таблетница со специальными отсеками для лекарств на каждый день недели, а закреплены они на емкости с водой, чтобы было чем эти лекарства запить. Для вашей бабки. Отлично, всегда да. Бывает жалко выбрасывать старые календари, они ведь отработали верой и правдой. Но этот календарь выбрасывать не придется, его можно посадить, ведь каждый лист содержит в себе семена различных цветов и пряных трав. Охуенно. Чтобы пациент в кресле стоматолога не концентрировался на неприятных ощущениях, на потолке закрепили специальную картинку, наполненную огромным количеством мелочей, чтобы ее можно было долго разглядывать. Тоже прикольная идея. Когда приезжаешь в гостиницу, бывает крайне лень раскладывать свою одежду по шкафам. Ее же потом все равно обратно в чемодан упаковывать. Именно для таких ленивых людей и придумали специальный чемодан-шкаф. Но чемодан выглядит неудобно, честно говоря, вот это вот. Если у вас тоже найдутся интересные фотографии, которыми вы хотите поделиться, то присылайте их по ссылкам в описании. Такое. Когда лед тает в напитке, он разбавляет его, делая вкус менее насыщенным. Чтобы этого не происходило, придумали специальный графин с отверстием для льда посередине. Все любят по... Только, блядь, знаете что, когда добавляешь лед, прикольно, когда он там бултыхается, такой, пьешь со льдом как-то, кайф теряется ото льда. С таким же успехом можно просто холодной водой нахуярить и все, и льда не добавлять. Поиграть в настольный теннис, но мало кто может позволить. Это мы уже видели, кстати говоря, тысячу раз. Позволить себе такую роскошь, как собственный игровой стол у себя дома. К счастью, какому-то гениальному дизайнеру пришло в голову создать дверь, которая в одно движение превращается в игровую поверхность. Дизайнеры придумали сотни разных велосипедных замков, но со всеми одна и та же проблема, их очень легко забыть. Тогда кому-то в голову пришлось сделать велосипед, который сам по себе будет являться замком, и его можно пристегнуть к любому столбу. Для настоящих трудоголиков создали крошечную микроволновую печь, работающую от USB и позволяющую... делать горячие сэндвичи, не покидая рабочего места. От USB прям... Друзья... Блять, охуенно. Реально охуенно. Бывает намазать твердое сливочное масло прямиком из морозилки. Ну, фэк, говорят, блять, ну если фэк, обидно. Но оказывается, для этой проблемы есть решение. Специальный нож, который нарезает масло полосками, которые легко и быстро намазываются на хлеб. Наверняка у вас дома валяется старый калькулятор, на котором давно стерлись все кнопки, но выкинуть его жалко. К счастью, придумали калькулятор, на котором никогда не сотрутся цифры, потому что они пропечатаны вглубь кнопки.
Уборка — не самый приятный процесс, но еще неприятнее, когда приходится передвигать мебель, чтобы вытереть под ней пыль. Именно для таких случаев создали специальную мебель, которую можно наклонить и без проблем. Тоже хуйня, блядь, покупать такую мебель ради того, что ради функции наклона — полное дерьмо. Проблем прибраться. Специально для тех, кому надоело каждый день медитировать, распутывая наушники, создали вариант, который застегивается по принципу обычной молнии. Это действительно гениально. Тоже дерьмо. Какой-то дизайнер решил, что просто разрисовать дом — это слишком скучно. Поэтому результат его трудов можно увидеть только в отражении на неподвижной глади воды. Прикольно, но мне кажется, в реале выглядит как говно. Открывалки для бутылок — это одна из областей, где дизайнеры врубают свою фантазию на полную катушку. Вот если вы встретите такую изящную геометрическую фигуру, вам придет в голову, что это банальная открывалка. Чтобы вам... Неудобная, кстати, большая такая. Вам не приходилось ночью определять расположение мебели в комнате при помощи мизинцев на ногах, какой-то дизайнер заботливо придумал встраивать лампочки в кровать на уровне пола. Они загораются, как только вы встаете. Для того, чтобы избавить пассажиров поездов от волнения за свой багаж, установили специальные зеркала, с помощью которых можно наблюдать за любимым чемоданом. Но кого можно удивить стойкой для кухонных ножей? Бля, классные, кстати говоря, ножи, мне кажется. Но вот если... Ну, выглядит прикольно. ...если замаскировать их под катаны, никто не сможет пройти мимо, не задержав... Если ножи при этом хорошие, вообще-то клево выглядит. ...взгляд. Чтобы дети могли без проблем общаться на детской площадке с ребятами, у которых нарушен слух, на игровом комплексе нарисовали основные слова языка жестов. Чтобы пицца ни в коем случае не остыла, пока ее везут заказчику, в коробку укладывают специальные пакеты, наполненные горячей водой. Если взять термосумку, в которой доставляют, и туда пакет герметичный, хотя... Не лопнет? Да я думаю, что не лопнет, нет. Не думаю, что лопнет. Попасть под дождь — это просто отвратительно. Но еще хуже — ходить потом в помещении с мокрым зонтом в руках. Но этот простенький автомат упакует ваш зонт в специальный пакет, избавив от неудобств. А вот это, мне кажется, вообще бесполезная хуйня. Не думаю, что очень многие люди пользуются. Да чего ж бывает обидно, когда битый час гладишь рубашку, а когда надеваешь, то видишь, что пропустил где-то складку. Вот чтобы такого не случалось, какой-то гениальный дизайнер додумался встроить в утюг подсветку. Казалось бы, обычная мухобойка. Но если присмотритесь, то увидите специальные зубчики по краю. Они нужны, чтобы отковыривать убитых насекомых со стен. Нет, идея, конечно, Я не помню ее. Хорошая, но как же тогда учет убитым врагам вести? Да и какая разница? Сидеть в парке и на халяву подзаряжать свой телефон от скамейки с солнечными батареями? Клево, кстати. Ну это ли не мечта любого современного человека? Чтобы туристы в городе точно не заблудились, на тротуарах рисуют маршруты до ближайших достопримечательностей. И заодно пишут, сколько времени займет до них пешая прогулка. Но вот это, думаю, бесполезная хуйня. Учитывая, как развиты технологии, всего в два клика прям гуглится с проложением маршрута в любой точке мира. И, бля, это просто, мне кажется, огромное количество бюджета, времени и сил в дерьмо. Вообще в дерьмо. У вас бывало такое, что заходите в библиотеку и замираете между бесконечных книжных полок, не зная, что взять почитать? Специально для такого случая придумали делать наборы с книгами определенного жанра, и вы не узнаете, что внутри, пока не придете домой. Ну, для тех, кто любит почитать, наверное, то прикольно. Что может быть прекраснее, чем электрический скутер, который превращается в чемодан? И вы можете взять его с собой куда угодно. Чтобы пароль нельзя было понять по отпечаткам пальцев, расположение цифр все время меняется, что существенно усложняет жизнь взломщикам. При входе в ресторан вас вежливо попросят оставить телефон в специальном ящичке, чтобы вы могли насладиться общением во время ужина. А чтобы вам точно захотелось его оставить, телефон будут подзаряжать, пока он будет находиться на хранении. Идеальный стаканчик для тех, кто не смог определиться с напитком. Блять, вот это, кстати говоря, охуенная штука, особенно когда ты хочешь смешать два напитка, но не знаешь, подойдут ли они друг к другу, но при этом готов их выпить по отдельности.
Мне это клево. Можно взять сразу два разных, но при этом их будет удобно нести в одной руке. Почему бы не превратить скучный чехол для смартфона в полноценный швейцарский нож? Именно так подумал какой-то дизайнер и создал удивительный аксессуар. На первый взгляд такая розетка кажется магией, но на самом деле она работает от солнечной батареи и крепится прямо к окну. Гениальная идея, чтобы не запутаться, какой шнур какому устройству принадлежит. Просто повесьте на них специальные маркеры. А я определяю по загаженности провода. Кому? И его виду. Вообще может понадобиться обычная скучная кофеварка, если варить вам по утрам кофе может лично R2-D2. Кстати, о кофе. Чтобы покупатели точно понимали, какой вариант напитка они покупают, на специальном стенде нарисовали, что и в какой пропорции будет находиться в чашке. Чтобы картошка фри не рассыпалась, в этом кафе делают специальные отверстия в столиках, где можно закрепить упаковку и не занимать руки. Тапочки специально для поклонников. Блять, картошка просто охуенная. Ников Марио. Нахуй ее придумали, да? Ка их не надели. Че хуета, картошка классная, а отверстие в столике для какой-нибудь закусочной, который беру, ну, хз, мне нормально. Они напоминают хищное растение из игры. А пока на этом все. Подписывайся на канал. Ну ладно, чат, много было прикольных штук.